Ой, Хвант, ну тебя и бьют, конечно. Да, есть такое. Сомнительный. А что, сомнительное? Посмотри на мой, сделай такой же. Все, тут слишком много всего сомнительного. То, что у тебя групповая охота единственная взята. И все. Там все отлично. У меня яда нету, у меня критов больше. Какого яда не помню? Ну, ты 3% с гадюки лутаешь. Бесполезно. 4 таланта на это тратишь. Так. По печеньке у нас Помпея сбивает, по ромбику у нас Хрипатый. По луне у нас Вайп. Интересно, ну, живем. Вот этот вот по поводу укуса змеи на самом деле для ВК он профитен. Ну типа в соло ханта. Ну тебе очень много двигаться, приходится за счет этого, типа больше, чем с дамаж, чем стедики, да, иногда стал душ. В стедике дело. У него хватило талантов, смотри. Ну, тебе брать. Его на крит. И на 3% ловкости. А ты хочешь. Ты все равно. Ты хочешь брать этот ястреба, да, вот вместо него? Нет, почему? А ты берешь там крит на почти максимум, ну, если у тебя совсем много крита, ты слабость просто на единичку там берешь. У тебя там 3 таланта остается холостых, куда его. Да, тактики, да, да, и групповая охота. Ну, уже направо пошли. Блять, а, войс. Нет, Войт налево пошел. Войт, ну что ты? Веди. А-а-а, тю, я что-то думал, ой, все, нет, тогда вопрос снят. Я видел. Там что-то вообще какая-то комбинация. Ну просто 3% ловкости не даст 3% урона. Тебе не сейчас тебе однозначно. Тебе даст больше, чем 3% урона. Да. 3% ловкости даст больше, чем 3% урона. Ну как у тебя гилы? Да. Ну тогда получается каска, которая мне бафает паладин, сколько бафает мне больше 10% урона? Да. Ну нет. Это можно замерить просто по каске хотя. Ладно. Хорошо, ладно, если ты хочешь придираться, то сколько у тебя ловкости? 10%? Нет, почему придираться? Я просто, сам возьми свой, анализировать, возьми свою ловкость и умножь ее на. Возьми свою ловкость, умножь ее на 1.42 и получишь, сколько тебе одна ловкость дает. Ну, какое количество ловкости дает, сколько ДПС. У тебя коэффициент 1.42. Так, ну, с коэффициентом ловкости понятно. По поводу того, что сколько дает, ну, это чистый урон же получается, который прибавляется, когда он нам, когда висит. За единичку ловкости ты получаешь 1.42 урона. Ты апаешь не один укус, ты апаешь что? Ты апаешь разрывной, у тебя укус. Почему по сути, я не укус? Нужно только на босса, когда висит, единицу. Когда висит укус, апается весь входящий урон. Причем здесь апается укус? Вы не так понимаете талант, что ли? Ладно, все. Не, ну смотри, когда цель находится под укусом, весь входящий мой урон по цели увеличивается на 3%. Я не апаю, один укус бесполезно. Ты апаешь, да, ты апаешь. Ну что такое 3% урона на 10 тысяч ДПС? 300 ДПС. Вот. Хуй математики все тут. Блять, хлеще будут, конечно, получается. Да. Слышишь, тут, кстати, теорема Эйлера до сих пор не доказана, предлагаю доказать, так как мы этот по-математически вась-вась. Теорема Эйлера, это что такое? Ой, ебать ты пиздец, деревня. С кем я в поле сходился? Ёбани рот. Это стыдно сразу стало за Нейвора, блядь. Прекращай, Нейвор. Ребята, а можно ребаф сдать? Я падал на первой пачке, пока разглядывал. Да, сейчас крестик помогу. Тебя бы какое-то громкое имя не знать, и типа из-за этого типа будет стыдно, ну такое. Не-не, наверное, это стыдно, он не знает. Бля, ладно, окей. Гудлика нету. Очень стыдно мне. Где этот вульпер, блядь? На самом деле в душе не бы кто это. Ну, типа, возможно, это там вот эти, которые вот энное количество загадок, которые не разгаданы математически, но кто-то может быть из них. Я не хз.
Ну да, Эйлер такой математик. Теория, теория чисел ну, у него. Ну, это просто я как бы догадался, я просто помню, что там есть какие-то 7 или 8 загадок математических, не рассказанных. Или задач, как это правильно назвать. Но по фамилиям, кто из них, кто их, не знаю. Ну, короче, есть Эйлер и есть все остальные. Остальных можешь забыть. Есть Эйлер? Еще есть Эйлер. Понял. Запишу себе на всю жизнь. Ну, если тебя спросят, кто сделал самый большой вклад в математику, это Эйлер. Это Гудлик, блядь, сделал. Это еще не плакающий. Теорема Должанского, блядь. Посчитать, сколько картофельных пидорей, это, блядь, не так, большой. Так, дальше, давайте попробуем. По хилам, у нас что-то их слишком много, поэтому давайте, крадуся. Ты квадратик, а умерия хилишь треугольник, квадратик, рейд. Шо вы? Может, я луну квадратик похилю? Ой, луна квадратик, рейд, да. Шо, треугольник, черепочек, крестик. Дрищ на черепке, квелт на треугольнике, карантин на крестике. Крадусь еще раз на квадратике, войд на луне. По костам. Луна Помпея, фрипатый треугольник, череп лоус, сексе, крестик, невер квадратик, клешни луна, шаманизм треугольник, карантин крестик, ой, крестик, ладно, квелт, черепочек. По два круга всех назвал, точно должно хватить. Хила мне обязательно, главное, прохитить. Кстати, давай только не сразу на пул. По какому кругу ты ориентируешься, по первому или по второму? Силовика закинул. Я каждому назвал свой таргет. Я имею в виду, просто сбивайте, я все подряд. Потом череп сказали. Гугуша, не будь воидом, иди лучше сюда. Готовы вроде бы, давайте ДПМ. 5, 4. Ну я не понимаю, 3, смысл там стоять. 2, 1. Где там? Че он отрывает? Ну, я квадратик. Припанул. Помню, было только в Т4. Сколько? 0. Есть ТМ. Первый пошел. Ну, типа, это успех. Угу. Дайте рыбку. Ты говоришь, ДПСа нету. У кого? Ну, типа. Дайте рыбку. Гудлик, нихер был АФК. Ну, да, у хвоста поставлю. Дайте кто-нибудь фласку ЛКшную на АП. Дон, ты на кубе расставил где? На кубе, да. Рейди хилит 3 метки. Все хилы у нас крадуся квадратик. Дрищ у нас черепочек. Я не помню, кто из каких шаманов у нас на треугольнике либо на крестике. Ну там один квел. Да, на кресте. Войд чё, в луне будет? И Войд в луну, да, тыкает. Кстати, выслеживание демонов. А такого нету, да, у нас? Есть. Есть. Господи. А ещё там кого-то что-то рассказывает. Оценка для того, что рассказывает ещё, блядь. Учитель, блядь, сенсей. Нормально только на пульте. Ого. Бля, давай ты просто врываться не будешь и все. Давай ты ебальник закроешься. Нормально. Сука, блядь. Давай не буду. Вот это вообще исключено. Говори. Кто даст топ ДПС, тому 1000 голды. Блядь, я файр распрыгнулся. Его минус косарь, считай. Ничего не знаю. Точнее, не заработал. Давай не Геру. Давай мне лучше, я нормально разъем. Геру. Да, да, Геру, бейте. Да.
Мы в десятку пойдем. Кубок. Ик? 2 секунды у нас. Да, но не сегодня. Прожали, прожали, прожали. Отлично. Бля, Вой, ты специально так хуёво поставил бус? Давай, ты не будешь на воле наезжать. Бля, что ты делаешь? Блин, на кто его так повернул? Сейчас Меликов убьет. Все, ладно, надо. С ловушки отвел. Понял, чтобы ты не дамажил. Ну, да-да-да. Так, ну все, ДКшек обогнали, они больше дамажить не будут, у них гаргулей нету. 15 секунд у нас. Три секунды, отлично. Ну да, кто отпускает сразу так? А, или подлук, соли. Не глюч. Да, мне просто он махнул этим топором темным. Да чисто АФК босс для хило. При том, что я еще и 4 хилов поставил на Покубану. Да тут всего 2 хила в рейде. А у нас что, некому спекнуться в ретрика, что ли? Ну, типа в ретрику, в ДДшник. А, у нас в рейде есть этот. 7 секунд. У него шкот есть. Коба скоро. Жмите кобы, отлично. Ну, по-моему, это автоатака, по-моему, не видно. Бля, ко мне минут через 20 заказ приедет. Какой? Да я салат Цезарь захотел, пиздец. И капучино, бля. Блин, капучино. На кокосовом молоке, надеюсь. На... Бля, вот я делаешь так. Ты годик сорвал, нажмите, блядь, оп. Умница. Шо это было, блядь? Срыв, агро, дайте в ЧП со льву. У нас будет умер или что? Да, даже Гудлик сорвал. Бейте, бейте, бейте. Пока что, наверное, просто. Где там у меня это было? А вот, нашел. Да он-то дед ДПС. А нету у меня все. Не дай Гузлик. Ты посмотри на мою расу. Ну да, раса убогая. Я не дамажу, верно. Эльф типа не создан для хунта. Ну, увы. Для ПВП создан. Ну, для ПВП, да. А теперь твой мелд больше не позволяет это. Он не скидывает агро. Ну, не, типа для ханта это бесполезно. Не, я о том, что в PvP спеллы до тебя все равно долетают и выбивают из мелд. Они починят. Мелд не должен так работать. Ой,
я забыл. Да не, нормально. Кто умрет? Ну давайте еще. Блядь. Дайте рез, пожалуйста. А Даркона нидим или мы отказываемся сначала? Нидим. Дайте зачем? Дракона. Вы не заберете, я уже поменял вот. Дайте дракона хэпалу, блин. Какому? У нас есть хэпал? Да. Не видел. А то Гудлик тогда хотел. Ну Клоруш, ты что такое хиешь? Гля, мы с тобой нормально, бля, срали в одном поле. Сейчас я какой-то странный стал. Ты охуел? Насрали, конечно, в поле, говорит. Блядь, так-то удар по моей репутации, между прочим. По какой репутации? У тебя репутация есть? Ну, между прочим, есть. С кем? С консорциумом, блядь, вкачал, блядь? Или с рыцарями Черного Клинка? С Кинерием. А, ну, тогда извини. А что там ролите? Чуть не вижу. Дракона. Сейчас дракон был. Ой, я могу дракона заролить и продать. Дайте дракона, пожалуйста. Сколько там? 78? Больше 93 надо кинуть. А, да, кстати, Гудлику дракона не отдавайте. Да. 97 кару. Понятно. Кару красава. Почему это мне нет? Да потому что ты жадина, блядь, белорусская. Я дракона другом персонаже. Дрищ, дашь мне дракона? Вокс-райт, Литл, Карантайн. Карантайн это этот. Чикабомбони, по-моему. Да. Вокс-райт получается. Так, на других-то кому нужен? А, поводильник... Подожди, Рокс-райт это этот? Это они на нагрудник. Это ретрик. Да? Это ретрик. Ну, может, 4-4 хочет. Ну, а кто тут из мейнов? Сидите, давайте на токен парольте. А потом что-то все в кучу было. Давай. Так вон рук сразу правильно, уже второй раз вырулил. И роллом, и приором. Там типа чест. Да, там все много достижения получили, капец. Квелджи это твин тоже, да, как понимаю? Да. А, ну все, тут одни твины. А Корона Тайм тоже? Да. А, ну и все так, ну чего. Земля пуховиком. Ля, так а что, сказали же, что... Ну, Бен так говорил, это твины. Что, типа... А при чем тут твины? Не, говорил же, типа, что пофиг, твины или не. Не, плавали, в плане того, то, что это... Красава. Ну, в плане того, что чисто по приору и плевать, там, мейн или твин. Здрасте. Ну, хуйню-то тоже не надо брать. Человек ну, как... вторым персом, это считает тоже его мейн. Это ж не его спек, его... Это твин, почему это мейн? Почему тут твин? Чё-то путаете. А что там за кольцо на ловкость у него? 77. Крит меткость. У тебя же это, на локе алхимия же есть. Yes. Короче, это бисовое кольцо пока что. Капец, да куда нахуй бисовое? Быстро. Для хантов, для суров, да. А, ну, вот. Типа без трясти у тебя берутся и ВК тапки, а меткость нужно добивать. Меткость забиваешь как раз с этим кольцом. Так, плюс... да, а если человек, у меня 1% есть, добивать все равно приходит? А, ну нет. Человеку не критично. Хотя не, ну его. Чекан такой, сенсон. Наверное, ты спрашивал, где мой ДПС? У меня ДПС еще и вот тут лежит. Где у тебя? Что я с глефой сделал? Ой, блин, ой, пиздец, нахуй. Понаберут по объявлению. А нахера тебе. Да? Ой, все. А что ты мне глефа свою линкуешь? Ты с двумя клинками, я все видел. Коль, я с двумя клинками, да, хожу. Я поэтому и хожу, потому что у меня грефа нету. У меня вообще... Мне кажется, колчедановая цепь, но... А, ты не думал, может, скинуть там три таланта выживания на эту обезоружку? Зачем? У тебя три таланта вместо цепи? Это просто это тебе чары на силу атак, я вам больше урона, допустим. Это ПВП разговор. У него грефа... Дон, короче, по поводу этой башки с магика, мне не надо, наверное, все-таки. Лучше в следующем паролом. Попрёт, то есть. Ну, да, значит. У него глифа на ПВП, понятно, что это. Что туда цепь не ставит. И устойчивость ПВ я тоже как бы не ставит. Хуя ли, я ставлю. А, ну извини, но тебе-то можно. Ты ж у нас. В смысле, я танчу порез.
Зачем много пить? Зачем кап дефа собирать, если кап пресса нужно? Ну, кстати, знаешь, на самом деле на этом, на циркле танчили энхи. Типа просто через рез собирались. Чтобы не крит сниженный шел, и все. С этим предложением столько всего неправильно. Посмотри этот, ну, типа, я тебе серьезно посмотри, там есть даже ролик на ютубе, там чувак собирает, по-моему, 800 реза и идет, танчит с щитом в прессе. Извиняюсь. Ладно, слишком много. И он максимум что танчил, а 25. Максимум. Причем... РВК. Ну, забей на ютубе, вон там Энг, который, ну, танчил в рейсе в ЦЛК десятку. Это циклопер. Ну, там кривые механики какие-то, ну, босс уже не критует. На цирк? Слышал ресайленси какой. Блодлик, дашь карту. Ресайленс снижает крит. Цирк уже поломанный, блядь. Ну, ресайленс только если, ну, снижает крит и входящий урон для игроков. Слышишь, Неврак, какого года там видос? Да я ебу, блядь. Там 2000... Слушай, ну я когда я этот видос все смотрю? Ну я смотрел, ну не знаю, там год 14-13. Ну, бля, там все поломано, ёпта, было. Не-не, так и есть. Там все нормально было. Здесь на Сирусе не работал в ПВЕ рез. То есть не срезал шанс крита. Хуй знает, исправили они это или нет. Скорее всего, не исправили. Ну, я не знаю, я не тестил. А это еще во времена было X2, X1. Дальше уже не следил за этим. Я поезд тебе не отдал, что ли? Держи поезд. Люди, я был не вместе просто. Суманите еще раз, пожалуйста, я отменю. Люди накинулись, не знаю, что резко даже в ПВЕ работает. Держи. Нихуя себе, там еще и литла передамажил. У тебя Невер на ДК какой у там ВО уже? 228. Пиздуй танчи, хули ты встал-то? Я? Брать. 246 там, да? А, на ДКшке, да. Сука, мне две шмотки, блядь, надо, пиздец, я не могу, нахуй. Но я могу больше сделать. Да я тоже у могу. У меня там тринка... Тринка 26-я. Смотри, бога молю. Осталось две шмотки поменять сраные, блядь, и все. Мне с этого его К25-ки больше ничего не надо. Пожалуйста, присуманьте, бога молю. Ну, трэш бьём. Вот тоже трэш бьём, да. Не суманьте его. Можете просто... Давайте, я пока добегу, он там потом лут мне просто дает. У меня как раз полет нет. Сегодня днем с Синкеем спорил. По поводу... Я ему сказал, что крит, арп профит не крита. Он со мной так не согласился. Ну, давай будем объективны, типа. Ну, я думаю, за сурвал он чуть больше понимает. Чем... Кто дает арп вообще априори? Белые атаки, аим... Белые атаки, стейдик, аим, киллшот. А крит тебе дает критический урон всех твоих атак. И... Да, и правда. Да. Вероятность крита. Но это проблема в том, серия. Что у меня сейчас 8... Вот сейчас у меня 80 крита. Было. Не знаю почему, кстати, но было 80 крита. Ну, все просто. Зачем мне забиваться еще в крит, если у меня его уже 80? Ой, ты что-то крит. Все криты вылетают просто. Ну да, у меня просто все криты вылетают. Ну, у него поэтому, ну... Вылетают, без исключения типа, шансов. Да, и мы спорили про пояс, который 226, ну, вес 245, этот мой. Поставьте рыбку, пожалуйста. Рыбку поставил. Так, а кто у нас танчит вообще? Танчит у нас припатый двоих. Угу. Ему... Так, в каком порядке у нас? Давай, ты первый, порошочек. Квелт второй, Риди третий. Посядьте. Расовую. Пиздулана, я бегу. Только главное не успеть. На Хрипатова. Ну, мне вообще не до этого будет. Ну, хотя да, ладно. Зачем тебе приступать? Не, тебе как раз до этого будет. Там. Я просто оверхилить буду. Я кинусь. Хорошо. Просто брать. Да, все, так, дальше потом квест, потом рейди.
Я так понимаю, у одного меня... Да, всех зависло, похоже, да. Отлично. Да. В два танка идем. А второй танк у нас Войт и держит троих. А я тебе, короче, донт расскажу. Там этот просто есть ботинки с обычки. Фу, с обычки, с ИВК десятки. Вот, которые ты меняешь вместо ботинок. Да. И берешь пояс Сануба. Вот, пояс, который ты меняешь. Да. Типа, ну короче, это такая вкусовщина, потому что, знаешь, там, типа, автоатаки окей, типа, но стедик в сурве практически не кастуется, типа, а им, не, ну, а им, у меня а им меньше дает ДПС, чем стедик. А им ну, это вот, да, заходите. На хлеб намазывают. Ой, бля. И курят. Че ты, Дон, ты глоб куришь еще? Да. Он так быстро на улице в мороз сегодня сел. Слушай, я вот на фух заряжаю, мне хватает на пол пачки стиков. Народ, я решил задачу эту. С разрядкой Глой. Я купил второй, и все, у меня хорошо в жизни. Один заряжается, второй куришь. А в чем проблема? Ты же за компьютером постоянно. Ну, стоишь, USB-шник вставил в систему, блядь, и заряжается. Не, ну, у меня так и есть, просто мне бывает, ну, я вот покурил во время там, этого, блядь, рая, да? Вот, я его забываю ставить. На зарядку и все. Ну стул, блядь, стоит 50 рублей. Да поставь уже сразу, не знаю. Само машина зашел. И мне написало недостаточно бонусов для покупки персонажа. Ты что, купил персонажа? Все, тебе добавили. А можно я же сумонить опять? Осуждаю, донт, осуждаю. Я просто зашел на аккаунт. Не свой, причем, да? Так, дрища, у тебя дрищи это лок, а дриищ это приз, правильно? Наоборот. Не, у него дриищ это вот приз, я смотрю на него. Ну, да. А дрищищи? Больше, при чем ситуация на Манхант? Там молик просится в этот. Я бы ее уступил, но мне нужно плечи. Могу уступить, если надо. Я и уступлю мольке этой, ИК 25, если что. Если она захочет. Ну, я в любом случае, как бы, ничего не получаю. Да. Так что, если надо, я, ну, типа, уступлю. Все капец залагало. Да, 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 да. Да хватит, ну пожалуйста, бога молю. Блять. Да, опять дисконт. Ты хорош дедосить. Слышь, так я читал этот гайд. Он на 3.5 посчитал все. Со всем весом статов. Да? Ну, я хантом туда не хожу сейчас. Блять, наверное, не самое такое страшное. А что из буруков? Я видел вот это Глеб, но она хоста, которая вот сейчас вам падала в первом рейде. Хоста плюс АРП. Ну, Глеб, это... не самое. Нет. Но дыр сначала... Не-не-не-не, там ловкости мало, 112 всего. Там много выносливости, выносливость в этой грефе съедает статы. И хоста бесполезная относительно крита. Есть две лабриса, после них идет глефа с 25 икашки. Потом идет... Санобка? Да, сануба. Потом идут две одноручки 58-е с ИВК-шки, эти два топорика, которые с 1.5 скоростью. А потом идут глефа 25. После глефа 25 идет этот магик, по-моему, с 260-е, которые... Так, бис-слот, что считается сейчас в этом контенте? ИВК-25, ануб. ИВК-25, ануб, да, глефа. 58-е. А там две дырки, просто... и там и АРП, да?
Крит арп, да. А крит хаст есть что-то подобное? Да. А крит хаст это что? Свалик вроде есть древками. Да, заходи. О, свалик есть, да. Так я бы крит хаст его пробовал, да. А, Гудлик? Да ладно. Заходите. Походу... Что-то с интернетом. Кого что с интернетом? Ну, Гудлик обхал. Дайте ему ГП, давайте его заменим. Да, у меня заходит. Все камеры разговариваются, даже не понимаю, что говорить. Я предлагаю Гудлику дать ГП и заменить его. На Лока. Поддерживаю. У меня 203 демон есть. А-а-а. Себе блять. Пацаны, включайте ассай. Давайте послушаем крэк. Че мы ждем? Кого ждем? Гудлика? Гудлика ждем. Кто-то там хотел поменяться с Молькой. Кто-то там хотел вступить. Могу литву воду выйти. Ну, смотрите сами. Там для Мудлика меняйте. Могу. Либо этого ЧП можете поменять, на замену посадить. Я сериал хоть досмотрю. Давайте шкаф пока. Да я уже сам добегу, чего уж там шкаф. Я уже пешим уровнем. Шкаф Гудлика нету. От самого Мактеридона уже добежал, посмотри где я. Это без полетки еще. Представь, что будет с полеткой. Блять, вот чего? Пешком бежал? Да. Он пешком. Он уже почти добежал. Вот, блядь, был бы у тебя спидхак, ты бы еще быстрее нас прибежал, блядь. Сейчас, блядь. Ну, тогда... если бы да, если бы он был. Представьте вообще силу воли. Помпей, я тоже буду молодой. Это... Главное видеть цель и не видеть препятствий. Вау, чуть не упал. Если хотите, голды дам наверх, на понятку. А, да не, ну не, я просто на твинов с мейна голду не перекидываю. Просто, если не развиваются, не развиваются. А то я уже так влился, типа, без голды сидел на мейне. Да. Это капа плэт. Поэтому у меня, если голда появляется на твине много, я отправляю наоборот на мейна. Типа там, это... не нужно Т4 сролил, типа, продал кому-нибудь что-то из рейда Пуповского. Ты во что вложился? В удочку на плюс 5 рыбалки? Не на плюс 5, на плюс 25. Не оскорбляй меня. Плюс 5 лохи покупают, а я могу себе позволить плюс 25. Квест что сделал? Поставил. Так. Знаешь, что еще могу? Квест могу наживку на 100 рыбалки купить. Ого. Я, ты можешь себе какой позволить. Бля, богатый. О, мне РБК прокнуло. ГЦ. О, я нажал, подтвердил. А можно по ханту протобаф и кулак? И кулак по ДК. Сейчас бафу. Ну, у нас ЗС есть. А можно, пожалуйста, убрать все убрая? Таблицу. А, кстати, Невер, я понял, что я без фласки дамажил и без масла. Да, блядь, что? Что еще ты не сделал? Не знаю, я уже не пристал.
Эй, блядь, ты заебал, блядь. Ты ебись от него, просто отъебись. Ты его уже за бабки восстановил. Ты что, вообще больной, что ли, дядя? Что, Войд, бафни еще прото, пожалуйста. И лок я тоже удалил. Блядь, донт. Просто давай, ты, типа... Если тебе деньги некуда девать, давай можешь мне просто реально деньги скидывать. Дай номер карты, да? Да я не проблема вообще. Лечь не стоматолог, дрищевый тут. Майликами можешь мне ВКонтакте сбрасывать, стикеры покупать мне. Паладины по себе кулак ебаните. Да, звездопад можно юзать, только, ну, чуть-чуть не сплово. А, хрипатый двоих держит, черепочек бьем, будет троих. Порошочек просто с пуга закинешь фурипатова и потом хили. Хорошо? Да, без проблем. Я просто салат ел, наконец-таки. Цезарь, наверное. И все, давайте ДБМ ставлю. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, в Гера даете, Широк не подошел. Я двух танков типа прохилил нормально. Литл, ферни собаку. Ферни собаку, Литл. Гару залей. Квиннер. Что у нас опять за проблема? Не пизда. Пизда тебе. Чики, отдайте фурипату вам. Хорошо, капля зашла. Я отдал каплю. Долго пьем, конечно. А щит снимите, что он у вас под щитом стоит. Макрос расовый. Найт эльфа на F4, а фокус по альту. В фокусе был хрипатый только что. А я думал, ты типа нажал F4, не отжимая альт. У меня раньше такое было, у меня Саденс, по-моему, по фокусу так стоял на арене. Я раза несколько точно альт F4 нажимал. Знаешь, это как в доте первой можно было разудить всех альт F4, типа, да я на эту хрень не ведусь, а потом минут через 15, а напиши альт Q, быстро нажми, типа, чтобы меню открыть. И все, и так же наливали все. Если вы проверяете вовки, сразу говорю, это не работает, это не работает, но как с третьим. У меня, походу, деньги на интернете закончились. Ну все. Денег кинулись. Нет, Гудрик. Тебя, короче, выкинули из рейда, влепили 1000 ГП и выкинули из гильдии. А зачем? Зачем 2 ГП, чтобы выкинуть из гильдии? Кстати, ни одного инера не слетело вообще. Тебе этот... Тебя кикнули из гильдии и за тобой закрепили. Уже поздно кидать. Тебя кикнули из гильдии и за тобой закрепили 1500 ГП. То есть ты заходишь в новую гильдию, тебе 1500 сразу начинается. Кикнул. А что я А подождите, нахуй... А, блядь, нахуй, сука, бис. Блин, это БМ, ой. Или БМ, блядь. Сломался. Шо, падают на речь, я их забираю, и все, я сейчас. Чё-то маны вообще не заканчивается. Девяносто 9%. Да это до мне и на росте не заканчивается. Я в какой... Наверное, я слишком эрдру для этих ваших шуток про заканчивающийся ман. Ага, особенно с расовой мешок. Да-да-да, расовый мешок для эрдру это вообще нечто. Просто забудь проблемы с маной. И больше нет. А еще и сверху этот тишина глаза магика. Еще и два принкета на монореген, это вообще... Yes. Кстати, при учете... Кстати, при учете интересных новостей про то, что корень нерфа постоянно.
Думаю, даже в Т5 контенте эти две тринки придется спасти. Ну или хотя бы утешение гербское с чешкой. Ну, в принципе, может быть, но смысл от маны уже... Смысл от регена маны нету. О, кто я? А если оверхилить? Ну, если оверхилить, только... Все. Ну, а где ты будешь оверхилить прям долго? Не знаю. Ну, же, какая разница. Вот да, блядь, там будешь сейчас пооверхилить. Ну, я по мане сел. Типа, я не... Что, не оверхилить? Все, бурсим, нахуй, поехали. О, в рейд меня возьмите кто-нибудь? Да нахер ты нужен? Вот ты, нужен... Ты бесполезный, во-вторых, ты АФКшишь. Нафиг пип нужен. АФКшишь, да? Там стоматолог умер. Враг все умер. Оп. Бежали. А что у нас БР есть? Что БР не даете? Да еще зачем тебе БР давать? Били бы, блядь, на все вместе. Все, БР на тебя тратят. Сейчас зачем, Мулька? Блядь. Да не, пусть кинет. Ну, ты чё, ладно уж. Дайте хоть... В этом листе БР уже не нужны. Чё-нибудь? Типа касочки? А если мы сейчас начнём умирать на этом? На руле? Будет весело. ДПС не хватит. ГПБР. ГПБР? Да. О. Бля, не люблю в страхе бегать. ЧП, привет. Как дела? Ты не бойся. Чё, страшно тебе? Да. Не бойся. Странно, почему проходит страх, если мне не страшно? Лоу. Бля, страх и зеленку аж нажал, который нахуй не работает. Ну, дебаф обновить успел. Что за лагало, пиздец? Да, это... Да, лагает. Да, тоже лагает. У меня ДПС был только что 15к, а сейчас 5к. Чё ты, блядь, сказал 15? Было 15, да, сейчас, ну, типа, залагало, и сразу, короче, ДПС упал очень резко. 15, блядь. Тебе нужно еще 2-3 контента открыть, чтобы там что-то... Да. Конечно, ты лишь бы меня это, похейтить. О, плечо! О, плечи на мага, нихуя сейчас буду не делать. Молот, нару, ебать. Сейчас буду рулить. Молот, нару, плечи, все для о, меня. О, шапка кожаная на мага, сейчас буду рулить. Плечи, пошевыритель, ролл. По роллу забираем, да? Сука, сильно, я по роллу не прохожу. По анроллу, бля. Жесть, секси, а тебе зачем? Ты на ФДК? Охуя. Да может она танка просто их возьмет. За молотом рублять. Молот Кару. Молот Кару. А здесь у вас по ЕПГП выходит, он правильно сейчас понимаю? Не по роллу? Ну какого ролла? Чекошка, что с тобой случилось? В смысле? Ну ты когда летел на грула, ты там упал, блядь, между этим. На карту, когда летел. А, да я хз, я это нажал. Чё-то у меня смал после этого. Ты умер? Определенно, ты же видел. Я видел, как ты летел. Думаешь, я подолетел до этой бездны и вышел? Да у Гудлика с восприятием надо проблемы, не обращай внимания. Карманный школьник. Ладно, кликните, я буду. Гудлик, ты не нужен. Гудлик, а тебе что-нибудь самому надо? Кто-то что-то сказал?
Считай это точно? Да. Ну ты пропал куда-то вообще. Тебе что-то нужно, Синстов? Нет, нахер надо. Все тогда. ГП тебе. ЕП за на магик получится. Ну да, с него вреди, блядь. Че он сказал, блядь? Ну, можем натыкаем полное отдать. Зиновару фуза. Все, блядь! В череп сбивает припаты первый, потом секси. Кажется, я опять заболел. Ой. Вот череп. Спасибо. Ты кашлянул сейчас? Ничего. Это чихнул, блядь. Ну просто обычно, когда ты чихаешь, ты говоришь, что ты кашляешь, блядь, так глухой камень, блядь. Просто я побоялся чихать, блядь, так? Салат бы нахуй вылетел, блядь, обратно. Какой? Цезарь. Салат? Цезарь? С курицей брал или с креветками? Нет, с курицей. А чё, ты бедный, что ли? Почему нет? Ты же вроде миллион зарабатываешь, ты же на Мерседесе едешь. На Ешке. На Цешке. На Цешке. Не, на Цешке, например. Такой. Давай. На Дэшке. Ресните погибшего, пожалуйста. Зачем ты голых рефик сбрасываешь? Ты можешь объяснить, пожалуйста, Молька? Оу. Хороший кадр. Гарик, это же твоя девушка, разберись с ней. Воу. Ну, багается такое, бывает. Дайте пополам кулачок, пожалуйста. И прото по хантам. Да зачем тебе прото? У нас же есть. А чё? А что альтернатива просто какая? Зацепись. А, окей, извиняюсь. Готов, значит. Ой, там тоже этот хрипатый, постарайся вторым погрубить. А только это на пульте спало нормально. Писали бы, да. 5, 4, 3, 2. 2 секунды. 1. Я не дам сагу. Чисто всякий сочи. И второй погром. Я дам ему сагу. Ну. ЧП. Дайте еще сальву ЧП. После этого. Ну, пизда. Пизда вайп. Не будет никакого вайпа. Геру дать? Супер. На, пульс этим пацаном. Томатовую сальву тоже дайте. Стоп, я только что шаманизма догонял, вот оторвался, что за хуйня? Ты, блядь, не в ту сторону рекаунта догоняешь. А, блядь, точно! Неправильно, наверх ногами просто. ЧП, хватит дамажить, блядь. На тебе милости уровня еще сверху. Знаешь, чему можешь дать? Диван, например. Я могу ему боб дать. Ну, хороший тоже вариант. Диван и боб, чтобы ему сразу было. Реакция быстрая у тебя? Нет. Эх. Грация кошки, реакция картошки. Зоркий врывается, там хочет. Это прогудника уже. Давай, зоркий, давай. За всех ракан магов этого сервера обиженных ДПС. Ну, у меня все. Еще эта хуйня не спала. Сири? Нет, птух.
ГЦ. Блин, надо тоже его все сделать. Это... Не, ну это жестко какие фичи используют на самом деле. А это что за куполь, блядь, что за петух? Там тринка есть. Это что, Чка, да. Линканию, Линку, линку, пускай не знает, но... Пускай он гадает и будет тебя осматривать каждый раз. Их ждать, чё, блядь, за хуйню нацепил? Да? Что там, стерео откатилось, надо? Должно. Вон. Чё, кидай стерео. Хватит там купаться в лужах, чё там. Нормально? На кашке. Выйти из завала. Шкинули истерину тебя. Просто назад сделайте пару шагов, по-моему, нормально будет вас убивать. Да заебёшь ты. Не знаю. Перещи наверх, когда выходите из завала. Левый или тот? А кто там? Ну звон, мы с ЧП шарим. Лучший мирик сервера. Блять, может надо убийство так упрокло постоянно, охуенно. Он хочет послушать историю моего знакомства с ковидом. Нет, давай потом. Мы Ануба добиваем, его к 25. Его к 25. 35, 40, блядь. Кстати, когда ворл босса пойдем убивать? Блять, вам пиздунам верить, блять, и сейчас кто там есть? Ага, вот логово грубо. Ну чё это, ты ж умираешь, типа зачем ты играешь сейчас в Warcraft? Блять. Сегодня день это пизда ебать, нахуй, конечно. У меня сегодня с самого утра он нахуй не забыл, да. Ты проснулся в России? А? Нет. Да, блядь, поехал на работу с утра. Заехал на парковку к магазину, она там небольшая и почистена. Я думал, прижмусь сейчас к гробу, блядь. Типа, чтобы, ну, объехать могли, блядь. Начал прижиматься, блядь, и правой стороны в яму провалился, нахуй. Позвонил, блядь, кореш, но он приехал на тракторе, меня выдернул, блядь, оттуда. Из машины? Из машины выезжал. За все нормально. Все, блядь, он напсиховался, блядь, весь пиздец, там пока снег отсюда повыгребал, блядь, колеса почистил, пока че. К родителям, блядь, приехал, все хуеваться, блядь, нет. Градусник под мышку треть, блядь, все, да еб твою мать. А ты что, еще тест купил на корону? Нет, короче, все, я, блядь, температура 38, таблеток напился, поехал на работу. С работы, короче, приехал, блядь. Уволили. 38. Через час меряю 38, а 39, блядь. Еще через полчаса меряю 39,5. Я ебаный в рот. Поехал в приемный покой. Ну, ГЦ, порошочек. Приехал в приемный покой, захожу, говорю, девчонки, блядь, говорю, пизда, говорю, температура 39,5, сбить не могу. Они такие, ну пойдем посмотрим, блядь. Все сразу у меня кровь из вены взяли, блядь. Она не могла в вену попасть еще. На локте, блядь, с кулака, короче, взяла. Ща, погоди, донт, я думаю. И это, блядь, принесла, блядь, экспресс-тест, короче. Сделали, пока его ждали результатов. Она таблетку мне какой-то под язык дала, укол в жопу поставила, чтобы температуру сбить. Ну, короче, я так полагаю, тебе не понравилось. Ну, короче, она кровь из вены вообще аккуратно взяла. Ну, типа, блядь, не больно было. Потом
Че, экспресс-тест, она тоже этот аккуратно взяла мазок из носа. Она прям там, блядь, в недры, нахуй, чуть ли не до мозга, блядь, через нос залезла палкой. Было щекотно, короче, не больно. А вот укол, блядь, в жопу, антибиотик какой-то, было больно, блядь. Да, уж корона, она там, да, всегда. Ну ладно, блин, отправила меня, короче, домой. Завтра, говорит, жди, блядь, за тобой, говорит, приедут, на КТ повезут. Я мимо делом с больницы ехал, в пивнуху заехал, бухла набрал, там вот поехал. Я на батарею смотрю, блядь. Типичный русский человек. Сейчас хуёв, пивка возьму. Это, короче, все трактор виноват, Виталий. Да, его выдернули неудачно. Неудачно, ковш был, блядь, заражённый. Ковидный. О, бут, на замену пришёл? Да, вместо гугуши. В Угуше? Угу. А из состава все выходим? Девчонка еще молодая, блядь, была, которая меня осматривала такая. Я говорю, она говорит, давай жопу оголи. Я говорю, блядь, я стесняюсь, нахуй. Давай, блядь. Я говорю, да я не буду, нахуй. Я говорю, давай в плечо. Она говорит, нет, в жопу, блядь. Ты там ржал на тебе, нахуй. Она такая, блядь, щупает вены, блядь, короче, на предплечье. На жопе? На предплечье. Давай, говорит, с ладони возьмем, блядь. Я говорю, пиздец, да, что-то, говорю, больно, говорю, я, блядь, боюсь. Что, говорит, я такая страшная, я говорю, в халате, да, блядь. Халат, красиво будешь, да? Под температурой кадрит там, блядь. Ну, я, блядь, пиздец, блядь, небось там, блядь, сидел, блядь, молча, блядь, долго, трёлся, там плакал. Мама, мама, блядь.